Я убежден, что увеличение материнского капитала не повлияет особо на демографический рост в стране. Мне кажется, это наоборот только усугубит ситуацию и увеличит количество несчастных семей и несчастных людей. Потому что денежная мотивация в вопросе демографии, мне кажется, это неверно. Здесь нужно мотивировать людей другими вещами. Там, повысить как-то уровень жизни в стране. Ну, как-то создавать какие-то условия, чтобы люди сами хотели создавать семьи и рожать детей, там, вторых, третьих, десятых, а не за деньги.